что же, наливай. Любимая моя компания, можно сказать, ну, опять скажет рекламу, не будем ее называть, она так в титрах пускай там болтается. Или что, можно ее назвать? А почему не назвать? Это self-made. Self-made, московские чуваки. Logic Chain, вот, и жанр New England, Double IPA. Кстати, я никогда не любил особо всякую такую ипу, всякую какую-то... Горечь эту, да? А вот self-made меня в этом как-то немножко подвинули. И пьет сейчас, только наливай только. Да, только наливай. 8 оборотов, надо сказать. Так, пенный напиток. Вот. Ой, слушай, вот я первый, второй, вот это вот третий, да, за сегодня чекин. Я даже не успел еще налить, аромат пошел сразу. То есть, то я... Ой, вот приятный аромат. И пахнет вот именно тропическими какими-то. Я не знаю, вот это вот говорят, что там тропики. Ну, я тропики не чувствую, я чувствую хмеля. Вполне возможно, это что-то хорошее. Ну-ка, давай-ка попробуем. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Дипа. Да, суровый напиток. Ничего сурового. Суровый вообще, прям, напиток. Прям легкая 8-градусная. Понял. Но я сказал бы, что... Что я сказал бы? Легкая. 8 градусов вообще ни в одном... Крепость чувствуется основательная. Не алкаха, а крепость. И она чувствуется. Аромат великолепный. Да. Вкус великолепный. Единственное, ну, все-таки дипы это такой, это зимний, наверное, такой напиток. В качестве зимнего напитка всегда считал стаут. Вообще все крепыши, то есть чем... Крепче, тем зимнее. Зимнее, совершенно верно. Мы живем в зимней свободной стране. В свободной стране мы живем. Не забываем этого. Да, и можем вот... Но себе это позволить. Если пойти в бар, например, какой-нибудь там, типа, то вот это все дело, оно будет в такую копеечку влетит. А так, если просто баночки брать, то, в общем-то, две банки взял и... В общем-то. Хорошо. А в какую копеечку влетит? Сколько вот в баре такие штуки стоят? В баре это будет где-нибудь рублей по 400, наверное, где-то так нальют вам. Как бы. А так вот... А так 300? Ну, 250. Ну, в данном случае, да, 250. Но далеко не в каждом магазине баночки там нормального пива стоят по 250. Сейчас уже, найти уже 280, уже и чего? И ты поедешь в другой конец Москвы, если найдешь вот такой вот магазин, например. В дорогу живо или в гроб ложись. Да, выбор небогатый перед нами. Хотелось бы на этом заострить внимание, что получается, вот когда говорят, типа, крафт, там дорого, то все. Надо понимать, что пиво это не просто нассали, там, типа, как бы там. Минассали. Минассали там. Оно уже как бы такой интересный напиток. Вот. И уже можно сравнить с вином. Соответственно, литр подобной темы будет стоить, ну, рублей, ну, 500, 550, 600. Ну, 600 максимум, типа того. То есть бутылка вина практически. 8-градусная вот эта тема. Вот тебе вечерок. Я водочки выпью. А не будет вам? Вам жалко? Иван Арнольдович, покорнейше прошу пиво Шарикову не предлагать. Если по музыке говорить, как бы, а мы, у нас такая, типа, уже, знаешь, традиция, да, получается, это... с музыкальными какими-то вещами сравнивать, я бы сравнил это с, как бы, наверное, Step on Negative какой-нибудь. О, ты вспомнил. Yeah!
такое? Это такой суровый, два с чем-то роста мужчинка с таким интересным вокалом. Ну, вот у меня такое сравнение. Ну, пожалуй, с этим можно сравнить, потому что, ух, а пивас. Вас? Да вот, с Type O Negative вполне, да. Видишь, сошлись во мнении. Ну и, соответственно, пятерочка. Я поставлю максимум ближе, ближе к пятерке, там, типа, 4, там, 75, потому что... Чего не хватает? Я вообще не готов... 8-градусному напитку ставить 5. Просто вот это, если выпить целиком, интересно, что будет ближе к концу банки, когда оно там совсем теплое станет, когда оно там прям вот эти все эти градусы. Мне здесь хватает всего. Мне оно очень понравилось и на аромат, и на... Да вообще отличное пиво на самом деле. Но чего-то не хватает. А где компот? Я больше люблю New England. Ну, это и есть New England. Без дабл. Ну, double. То есть, они как бы более крепкие. По double. Поводу дабла. Uh-huh. Вот, в принципе, измечая такую тему, что выпиваешь как бы подряд две банки, и сразу надо double. Бежать на дабл. Это допивай. А, понятно. Не выключай. Я еще, что я, еще я, так сказать, я допью. Enjoying my beer. Enjoying my coffee. Бумага есть у кого бумага?